Я приветствую вас в Лондоне, в рождественском Лондоне, потому что город уже украшен к Рождеству. И в этом видео я приглашаю вас на прогулку по одной из самых красивых частей британской столицы. Это окрестности Ковент Гарден и сам Ковент Гарден. Одно из самых старых мест в Лондоне и одно из самых красивых. Много местных жителей очень любят эту точку в Лондоне. И там уже установили традиционную елку Ковент Гарден. Мы ее посмотрим с вами в конце видео. Поэтому, если вы впервые смотрите мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. И мы начинаем с вами нашу сегодняшнюю прогулку по рождественскому Лондону. Пойдемте посмотрим лондонскую сказку. Друзья, сегодняшнюю нашу прогулку мы начинаем от метро Холборн. Это буквально в 10-15 минутах ходьбы от Ковент Гарден. И это будет наш сегодняшний маршрут. Это самый центр старого Лондона. Сейчас мы уже видим новогодние украшения на деревьях. А за кадром в этом видео я хочу вам рассказать о том, сколько тратят британцы в новогодний период, потому что расходы значительно увеличиваются. И на что тратят в основном деньги в декабре. Итак, пойдемте. В этом году достаточно холодно, холоднее, чем в предыдущие годы. Но все равно за счет того, что климат в Британии мягкий, вы можете видеть, что люди все достаточно по-разному одеты. Листья на деревьях зеленые, опадают далеко не все. Видите, что лиственные деревья по-прежнему, крона есть, она достаточно пышная. Итак, по прогнозам, потому что сейчас еще у нас предрождественский период, Банк Англии, который владеет всей информацией о наших доходах и расходах, они предоставили следующие данные, что Банк Англии говорит, что в среднем в этом году расходы будут в предрождественский период увеличены на 740 фунтов на семью, что составляет около 29% прироста к среднему бюджету. Средний бюджет на семью по статистике это 2500 фунтов. То есть к 2500 фунтов добавится еще плюс 740, которые потратит семья на дополнительные покупки. По городам и по регионам Великобритании эта сумма сильно разнится. И вот, например, исходя из предыдущих лет, пропорционально с учетом инфляции, посчитали, что в этом году, в 2022 году, примерно будут такие траты на Рождество. В Лондоне эти траты составят около 1700 фунтов. Так, это идет на семью. Прогнозы поведения покупателей. Так, на юго-востоке Англии это 1460. И вот по этой статистике можно уже почувствовать доходы и уровень жизни по Великобритании, насколько он разный. То есть в Лондоне денег больше, и в Лондоне жизнь поэтому дороже. Это известный факт. Поэтому Лондон у нас в топе, около 1695,50 фунтов, то есть около 1700 фунтов в декабре потратит семья в среднем. Юго-восток – это тоже достаточно состоятельная часть Англии. 1460 фунтов, по прогнозам, потратят в этом регионе. Далее у нас идет восток Англии, 1320.
и перемещаемся на север Шотландии. 1245 фунтов в среднем планируется, что составят расходы в Шотландии, 1245 фунтов на семью на рождественские товары. И самый недорогой у нас считается регион — это Мидлендс, это средняя Англия. Там расходы примерно 1100 фунтов на рождественский период. Уэльс 1050, и самый низкий по стоимости регион в Великобритании, Северная Ирландия, они по статистике, по расчетным прогнозам поведения покупателей потратят 1048 фунтов, немного меньше, чем Уэльс. Вот такой разрыв. То есть Уэльс, Северная Ирландия где-то 1050, а Лондон 1700. Вот такой разрыв, друзья, в уровне жизни и трат людей. Конечно, Лондон – это место, где масса соблазнов, просто потрясающих магазинов, уютных ресторанчиков. Но это расходы не только на выход, свет и подарки. Это расходы, например, на какие-то поездки и в целом любые деньги, которые люди потратят в декабре, сверху обычного бюджета. Итак, мы уже подходим, буквально один квартал остался до Covent Garden, и вы видите, что все больше и больше красиво оформленных ресторанчиков у нас на пути. Это видео записано в будний день вечером. Поэтому не очень людно. А на что же тратят британцы деньги? И в целом, у нас сейчас 2022 год, Рождество, по отношению к 2021 году, в этом году статисты говорят о том, что расходов будет меньше. Люди планируют потратить меньше на 22%. Так, если на подарки в прошлом году, в 2021, в среднем было потрачено 548 фунтов. Это подарки на одного человека, так? То в 2022, в текущем году, эта сумма прогнозируется, что составит всего 430 фунтов. То есть люди планируют потратить все-таки меньше денег, чем в прошлом году. Сказывается увеличение стоимости и аренды у нас. Все выросло, инфляция на еду. Все в целом подросло примерно на 10%. По стране посчитано, что вся Великобритания потратит 20.1 миллиарда фунтов в декабре на подарки. Так, это 21% меньше, 21-22% меньше, чем в 2022 году. В прошлом году потратили 25,5 миллиардов фунтов. Какая точная цифра будет, покажут данные после Рождества, но, по крайней мере, вот такой сейчас прогноз. И по опросам 9 из 10 британцев все-таки будут покупать подарки в 2022 году, потому что здесь, в стране, Рождество – это главный праздник для всех жителей. Для британцев, особенно для местных жителей, Рождество – это самый главный праздник в году. Не Новый год, а именно Рождество. Мы с вами уже на территории Covent Garden. Вот это традиционный британский паб с
столики как внутри, так и снаружи. Вот так все очаровательно украшено. Цветы живые. Кое-где живые, кое-где искусственные. И в самом центре Covent Garden находится маркет. Covent Garden Market. Market – это рынок в переводе с английского. Поскольку место старое, раньше здесь был рынок. Потом он был перестроен в крытое такое сооружение, куда мы сейчас пройдем. Вот этот, видите, тоже паб 1888 года. Прямо мы движемся к Covent Garden Market. По выходным здесь невероятно людно. Масса уличных артистов, которые развлекают. Кто-то поет, кто-то какие-то фокусы делает и собираются буквально толпы людей вокруг. Это живые цветы. Итак, вот у нас вход и украшен Covent Garden. Сейчас это превращено в аллею с магазинами, ресторанчиками. И сверху тоже есть терраса. Пройдем внутрь, чтобы вы почувствовали эту атмосферу старого уютного Лондона. Широкие арки. И вот здесь под навесом все закрыто. По левую сторону галереи из магазинчиков. Они небольшие, конечно, потому что аренда здесь высокая. Это самый центр. Продают различную косметику, шоколад, чай. Это место, где всегда играет кто-то из музыкантов. Старые витрины, все имеют свой размер, который когда-то поменяли, и сейчас за ними просто ухаживают, следят, поддерживают состояние. Тартета чай. Люди. Здесь косметика для дам. Это я. По правую руку закрытые такие как лотки с правой стороны, лоты такие. Здесь небольшая ярмарка, как рынок людей, которые предлагают товары, которые они сделали сами, либо картины, либо бижутерия какая-то. И мы выходим к Covent Garden елке. Знаменитая елка, она всегда примерно вот так выглядит. Ее украшают в бело-красные огоньки. Вот это елка Covent Garden. У нас сейчас половина десятого вечера, поэтому не очень людно. Магазины все закрыты.
и Covent Garden, а здесь далее идут вот такие аллеи сквозь весь рынок. Итак, друзья, вот так неспешно мы с вами дошли до Covent Garden и увидели елку, которая здесь уже установлена. Надеюсь, вам понравилось это видео. Мы посмотрели с вами подход Covent Garden, немножко окрестности, а также что представляет из собой маркет. Поэтому ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и увидимся в следующий раз. Всем счастливо, всем пока!